«Ночь в Венеции» исполняют Евгений Плющенко, Яна Рудковская, Эдвин Мартен и скрипка Страдивари. Партнер любимой женщины-чемпиона Руслан Гончаров, любимый друг чемпиона Эдвин Мартен и любимая скрипка любимого друга чемпиона, она же творение Страдивари. Браво! Это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. И крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало. Когда мы получим приглашение на нее? Ян, что ты можешь сказать на песенную инсинуацию золотого голоса России? Хороший голос. Лучше, я бы сказала. Ваши прогнозы, как вам кажется, кто победит в нашем соревновании? Мне кажется, очень много достойных. Все ребята мне очень нравятся, но мое, конечно, сердце за Диму Билана. А еще, я очень болею за Леру Кудрявцеву, потому что она действительно большая труженица. Она очень красивая и элегантна на льду. Жень. Я согласен с Яной, я полностью выделил бы две пары. Это номер один, это, конечно, Дима Билан и Лерка, конечно. Спасибо. Если они разделят, ну, не знаю, это по правилам, не по правилам. Ну, вот первое, второе место, вот, наверное, это им. С кем вы будете встречать Новый год?
С родителями. С родителями. Вместе с Яной и с нашими родителями. Итак, дорогие друзья, это были Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Спасибо, с Новым годом. Браво, браво, Яна, браво.